Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Ладно, а я не буду тянуть Ховика за Ховика. Открываем. О, вижу, мне там упало что-то уже кристальное, да, чудо? О, нифига себе! Хватит, я опять, как обычно, не могу заказать музон, можешь плиз поставить это. Ссылка удалена. Чего? Чего? Что? Что, блин? Чего? Что? Какого хуя? Чел! Столько контейнеров открыл на своих мультах и херца там плавал, а тут корны тексте? Что? Как это работает, говно? Чего? Какого хера, чуваки? Какого, спрашивается, хера? Да это мне! Я аккаунт создал на один день для ЗЛПшки на бразильских серверах. Записали. Этот аккаунт был создан на один день, на сегодняшний, пацаны. Владислав Пражский, я также чмочи СВшный, который пропустил твой донат, не увидел его. Спасибо тебе, дружище, за пятихатку. Это просто комбо. Ты понимаешь, что мне выпал Корнет, и ты сразу мне закидываешь 500 рублей. Спасибо тебе, дружище, большое. Просто от души, братан. Не, ну это по-любому видос. Это по-любому будет видео на канале. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня это у нас будет продолжение вот такого вот начала, вот такого вот видео, где мне выпал Hornet XT. И кто, ребята, еще не понял, что вообще это у нас такое и что вообще это за аккаунт? Это, ребята, у нас аккаунт на бразильских серверах. Дело в том, что прошлый мой акк я, к сожалению, немножко просрал, то есть на котором я видео записывал. Ну как просрал? Мы, в общем-то, сидели, и в этот момент сперва там были нерабочие, короче, серваки у Бразилии. Потом я как-то вышел с того аккаунта, не смог найти пароль к нему. И, короче, мне пришлось пересоздать вот этот новый аккаунт. Это у нас он будет и в ЗЛПшке, который в Бразилии, и у нас будет теперь в еще одном видеоролике, это с open кейсом, с выпадением вот такого вот лютого дропа на моем аккаунте. Ну, к слову, я не знаю, я офигел очень сильно. Офигел, ну просто, это я не знаю, 10 из 10 офигевание мое. Я до сих пор как бы сижу и немножко в шоке. Даже на следующий день как бы я вот это видео продолжение записываю, чтобы вам это все дело показать. И я... Я хз, как на это отреагировать. Потому что, как вы поняли, пацаны, этот аккаунт я вообще не буду использовать больше никогда. То есть я его создавал исключительно для того, чтобы записать ЗЛПшку, для того, чтобы записать вот это видео. То есть он буквально у меня был на один день. То есть два видоса я на нем запилил, но теперь еще один будет третий видеоролик. И как бы все. Мне больше здесь этот Hornet XT нафиг не нужен. То есть это вообще полная жесть, это вообще полный забей. И, кстати, ребята, к слову, я даже не могу сейчас этот аккаунт куда-то деть, там кому-то отдать там или еще что-то в этом духе сделать. Потому что, правильно, потому что я как бы создавал в попыхах этот аккаунт и...
Если как бы над ником я немножко постарался, то пароль я тупо написал от балды, сейчас нажал вот в программке сохранить, через официальный танковый клиент я, к слову, ребята, играю без доната, то есть у меня здесь аккаунт без доната всегда висит, и оставить этот ак именно тут я не могу, потому что, опять же, на без доната я играю через официальный танковый клиент, и если я с этого аккаунта выйду, он тупо потеряется. Почту я тоже не могу, ну, через почту восстановить пароль. Дело в том, что я немного, ну, как бы, не привязал почту, можно так сказать. Ну как, когда мне вылезло оповещение, что, мол, у вас, типа, покупка, все дела, он даже сможет сами посмотреть, как бы, вот видите, у меня почта не привязана, я здесь написал почту совершенно какую-то от балды, чтобы у меня как раз-таки просто прошла платежка. И почту я вообще не привязывал, я не знаю, то есть у меня уже и друзья как просили этот аккаунт, типа, можешь мне отдать, если он тебе вообще не нужен, как бы, я могу-то, я хочу, может быть, да, это сделать, но и в то же время я не могу, потому что я не помню пароля на этом аккаунте, я его тупо написал от балды, это просто был набор клавиш, и вот этим всем это и смешно, и грустно, с одной стороны, я не знаю, как пацаны на это реагируют. Ну, серьезно, как бы. С 5 контейнеров у меня падает, мать его, Hornet XT. Я сижу просто охреневаю, офигеваю. Немножко даже у меня такая злость, потому что я как бы открывал уже немало контейнеров на своих аккаунтах, типа спасибо, типа без доната тоже там за цепочки зданий у меня тоже немало таких контейнеров было. И на этих аккаунтах мне абсолютно не падало ничегошеньки из вот такого TXT предмета, то есть из эксклюзивного. Это просто, пацаны, жесть. Я вот серьезно не знаю, как на это реагировать. Если... Не знаю, у вас какие-то есть мысли по поводу этого аккаунта, или что мне с ним сделать, потому что, ну, по факту, я как бы могу написать техподдержку, запариться с тем, чтобы мне попытались восстановить, как бы, хотя у меня ни почта не привязана. Опять же, единственное, что я могу сказать, платежные, ой, не платежные, а техподдержки, что... Я платил, ну вот, с той платежки, да, с того счета, ну, который только знаю только я. Только знаю только я, извиняюсь немного, пацаны, за тавтологию, просто я как бы устал сейчас с утречка и пытаюсь с вами вместе это все сообразить. Я, короче, хз, ну вот, серьезно, я хз, как это произошло, но это произошло действительно очень весело, поэтому, пацаны, не поскупитесь, обязательно поставьте свой лайкос, мне будет очень сильно приятно, потому что, ну, действительно, как бы, такое бывает очень редко, то есть XT предмет падает ютуберу, тем более это все у нас дело записывалось на стриме, я, ребята, опять же, вначале вам ставил это все еще с вебочки, чтобы вы посмотрели, чтобы вы немножко вместе со мной сопереживали и в какой-то момент даже офигели, так же, как и я. Потому что я серьезно, я сидел просто, ну вы сами все видели, с открытым ртом, я на все это смотрел, и я не знал, как вообще, мать его, это только что произошло. И я просто в шоке, блин, а почему меня сразу в гараж не перекидывает? Так, можно мне выйти, пожалуйста, и перейти куда-нибудь в гараж? И это просто, пацаны, жесть. XT. Просто Hornet XT. О, привет, вы XT? Да, я XT. О, привет, вы XT? Да, я XT. У меня также здесь есть Васпик, я покупал его для ловли ЗЛПшки. Кстати, ребят, ЗЛПшка тоже выйдет у нас на этом аккаунте. Также у меня здесь немножко нарочки есть. Нарки, кстати, вообще по фигне. Ну и все. Остального больше ни хренашеньки нет. Вот эта краска мне досталась с комплекта. Васпосмок М1 и все. Остального у меня здесь вообще ничего нету. Это абсолютно нулевый аккаунт, который я создавал на один, мать его, день. И вот такое произошло. Я хз. Ладно, пацаны, если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте свои лайки, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить стримчики, интересные видеоролики, ну и что-нибудь, какие-нибудь розыгрыши, я так думаю, тоже будет вам весьма интересно посмотреть и поучаствовать в них. Поэтому с вами был Вайдер, всем пока-пока.